Что такое? Моя жизнь! Воу! Так. Привет, мои дорогие! Виктор на экране, и это та самая игра с длиннейшим названием Journey to the Savage Planet. Мы в прошлой серии с вами забрались на Большой Утес, нашли портал, и, собственно, вот здесь мы и остановились, в этом месте. Нам нужно идти куда-то дальше, видите, квесты показывают куда-то выше, вот туда, на ту башню, я так понимаю, я должен забраться, судя по всему. Будем сегодня пытаться этим заниматься. Ну, а я должен сказать вам огромное, большое и толстое спасибо за то, как вы поддержали прошлую серию. Я прям в шоке был. Там лайков понатыкали, просмотров понаделали. В общем, огромное вам спасибо за это. Я сразу понял, что ну все, пора снимать. Итак, мы продолжаем. Во-первых, здесь какие-то петушки появились. Ну, здесь вы понимаете, о чем я. Вот этот вот петушок. Можно его кыльнуть? А, нет, не получилось. А, петушки у курочек. Если вы понимаете, о чем я. Давай исследовать, что здесь такого интересного есть. Я сразу наверх не полезу. Я, конечно же, найду какой-нибудь секретик. Он наверняка здесь где-то есть. Какой-то гигантский вулкан. Лава. В лаву нам прыгать не надо, я думаю. А вот смотри, я уже нашел какую-то жеоду. С каким-то лутом. Это кремний. Смотри, ну там зеленая фигня какая-то висит. Я как-то... Я даже не представляю, как до нее добраться можно. Ой, а вон там я полутал. А, так это же получается... Помните тогда наверх лес? Вот это место. Вот здесь я собрал, и оттуда вон туда на тот остров прыгал потом. То есть я, получается... Во, яйцо вижу. Прикиньте, замаскировалось. Замаскировалось в водорослях. Ну ты какое! То есть это хурма, конечно же. Бум. Обожаю эту анимацию. Это, конечно же, хурма, ребят, это не яйцо. Красота-то какая, лепота. Ладно, возвращаемся. Здесь, походу, дело за яйцом нужно было просто прийти и все. Яичко, это хорошо. Я весь робот называть яйцом, потому что это как яйцо выглядит. Это никак не... Ну, конечно, на хурму это сильно похоже, я согласен. Она такая же сочная, мягкая и вкусная наверняка. Но, о, кстати. А вот здесь бомбиссимо надо сделать, да? Я могу? Нет, я не докинул. А, пробил? Пробил! Хорош. Еще хурма, ты кто? А это липунишки. Это липунишки, ребят. Те, которые липнут. Так, ну нам куда-то вверх. Опа! Что такое? А, это тут та штука, к которой притянуться можно было. Все, я понял. Я, кстати, все посмотрел, я не... Вроде бы все изучил, да? Ничего не подсвечивается. Все изучено. Мне говорят, что нужно изучать в этой игре все. Ну ладно, погнали. Так, какие-то кристаллики. Нам явно вот сюда. Так, это у нас хилка. Вон туда липунишку, наверное, надо кидать. А, потому что... Ну, до туда я не дотянусь своей, да? Хорошо, давай. Так. И чуньк. Сошло. Нормально. А, ножки-то прищекотало мне. Что такое? Моя жизнь! Воу! Клешнирак! А, надо было пригибаться. А, наверное, по этой штуке надо стрелять, да? Как приседать-то я забыл. А, С. Тихо. На-на-на-на-на! Так. Треть снес. Ух ты! Валим!
Зенитка заработала. Ух, мимо. Хорош. Так, отрыжка. Тихо. Давай, 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 добивай. Давай. Готовченко. Ух ты ж, блин, нифига себе, клешний рак. Сдохни, рак перероста, хорошая работа. Так держать, храбрый искатель приключений. Ух, нифига себе, босса завалил неожиданно, да? Здесь я не смотрю, просто ничего интересного нет. А это можно собрать с него? А где лут-то с него? Ран, такой большой, а лута не дал. Не берется ничего с него, ребят. Окей. Лишний рак клевый, мне понравился. Смотрим по сторонам, оглядываемся. Что такое? Кто? Кто здесь? Кто здесь? О-о-о-о. Бум-гранатовое святилище. У меня теперь бум-гранаты будут храниться. Мои температурные датчики улавливают расплавленное что-то там. Ты проанализируешь ее, возможно, сможем усовершенствовать твою перчатку. Да, бум-гранаты теперь можно будет держать в руке, ребят, супер. Прародитель всех бум-гранатов. Возьми образец, чтобы разблокировать стабилизатор бум-гранатов. Супер. Берем. А, исследовать лишний рак надо, точно, я что-то забыл. Может, поэтому я не могу его? Ты после анализа этой теплой липкой массы, ты можешь улучшить свою рукавицу, чтобы работать с предметами любой температуры. Обожаю ракообразных, особенно с маслом и чесноком. Разъяренный ракообразный, который радостно сожрет твой раздавленный труп. Целься в него, в его светящиеся усы. Я догадался. А, здесь какие-то ворота еще были. Инопланетный барьер. Сейчас жахнет там все, смотри. Хорош. Но это мне нужно возвращаться на корабль, прокачиваться. Я думаю, мы попробуем сейчас добраться все-таки до как... Оу. Ну, мы попробуем сейчас пробраться до какого-то портала следующего. Я надеюсь, он тут есть. И оттуда пойдем. Ой, там... О, портал, как? Это портал или нет? Там что-то светится. Охренеть, вот это башенка. Что нас там ждет, говорит, я не знаю, но откуда, куда мы направляемся? Так, 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 так. Понял. Различные подключения к устройствам и системам высокого на этом месте. Ага, в общем, там много всего интересного есть. Отлично, давай, ладно. Раз нам дали возможность... А здесь секретка, да? Нет, секреток нету, ребят. Хорош, хорош, она так много говорит, а? Давай лучше прокачай мне перчатку. Что такое? Это какой-то стационарный телепорт. Он просто из места в место телепортирует. А где это я? Я вообще не понял. Курицы такие же, а вот это что такое? Кислотовик. Кислотные пузыри сделай кое-какие исследования, преврати в гранаты, чтобы швырять прямо в рожу врагу. Я вообще не понимаю, откуда я... Где я? Давай поисследуем еще. О, курица какашку надела. А, янтарная броня.
Все равно убьем. Молодой кислотник. Смрадогрипп, отвратительно разлагающийся серый грипп, воняет. Загадочный скрижаль. Из этой конструкции исходит зашифрованный видеосигнал. Давай-ка сгоняем к этой штуке, посмотрим, что это такое. Она пытается, говорит, перевести язык инопланетный. И мне нужно найти еще таких скрижалей, и тогда она сможет расшифровать что-то там. Но это на самом деле прям один в один, как в Сабнатике было. Помните, мы там тоже собирали инопланетные фигулины? Слушай, ну здесь попрыгать-то прям хорошо, каждый островок-то исследовать. Я за. Ну, я так понимаю, это за, сзади от башни так. Вот там какой-то язык, смотри, может это вообще гигантский рот. Давайте пока вернемся. Вернусь я обратно. Можно янтарную броню снять с этой курицы? А! На тебе, на тебе. Ну какая? Тихо. Нифига себе. Она даже мой усиленный выстрел заэвэйдила. Пора валить, пацаны. Это курица-убийца, она с нами сделает все, что угодно. Так, ладно, я пока в портал возвращаюсь. А, так нет, это нормально все. А, это просто... А, это другая... Йо, понял, это тоже портал, но это вообще в другую степь портал. Давайте попробуем скрафтить стабилизатор бунгранатов. У меня не хватает чуть-чуть. Продвинутый пояс. Тоже не хватает ресурсов. Чего не хватает-то? 188 из 200. Ну как так-то, а? Мне нужен стабилизатор бумгранатов. Так, что там сообщение? Ваш еженедельный прогноз погоды. Монреаль. Спасибо, зачем мне прогноз погоды из-за Монреаля? Так, видео. Новое видео. Вот это вот. Давай. Нормально такой в халатике. Тут никого не работает. Господи, боже мой. О, привет. Да, рад снова видеть тебя. Надеюсь, у тебя все хорошо. Спасибо за преданность делу. Постараюсь попроще. Собранные тобой данные активировали автоматическую тревогу в нашей системе. Мы пока не знаем точно почему. Но внутри той башни есть что-то огромной силы. Is something of immense potential. Get inside. Забирайся внутрь. Выясни, что это, и принеси на землю. Тебя ждет огромная премия, если справишься. Good luck. Удачи. Дурные мысли? Сотри! Разбитые чувства? Сотри! Трагические воспоминания? Сотри! Сотри все с помощью одноразовых мембран нейтральной симуляции «Вытри мозг». Просто засунь в одно отверстие и вытащи из другого. А наши умные нановолокна сделают все остальное. Отвратитель. Увлажняет и успокаивает высушенные мозги из стрессовых ситуациях. Это отстой. «Вытри мозг» чувствует себя как дома в закоулках твоих мыслей. Удаляет любые негативы, настраивает тебя на позитив. Сотри переживания, чувствуй денежницирующие смарт-салфетками, вытри мозг. Доступны версии счастья, апатия и социопатия. Ха-ха-ха, боже. Ха-ха-ха, просто ор какой-то. Let's go, зудящие поля, или как они там называются. Так, а где квест-то? О, 38. Во! Все, нашел. Куда-то вон туда наверх надо идти. А как туда залезть? Вопрос на миллион, да? Хм. Любопытно. И правда, как это сделать? О, я вижу зацепляйку. Вижу зацепляйку вон там, с той стороны, чтобы на нее прыгнуть.
Можешь, конечно, попробовать отсюда рискнуть прыгнуть туда. Хорош! Ха-ха-ха! Индиана Джонс просто какой-то. Хотя тут не сильно-то и далеко нужно было пробежать, если честно. И куда дальше? 237 метров куда-то туда. О, в пещеру. Воу, пещера, гниющая пропасть. Нормально. Ладно, пошли гнить. Какие-то сопли свисают. Грибочки. Вау. О, там этот инопланетный сплав лежит. Ну, чтобы до него добраться, нужно курить, что ли, разбомбить или что? Давай посмотрим, что это такое. А, грибы я не могу сосканировать. Это что такое? Пылевик. Гриб с перчиком. Больше пока ничего не видно. Ну ладно, погнали. О, там какой-то проход, смотри, есть. А если я вниз упаду за тем материалом инопланетным, а как я заберусь обратно? А вон там, смотри, что-то есть. О, телепортационный постамент. Нам в любом случае туда надо. Все понятно. Ух ты, тут джиа, да? Давай вниз пошли, ладно. Ого. Во, как можно двигаться. Хорош. Кремний мне нужен. Почему 49? Где еще один? Меня ограбили. Так, ну этих мы знаем, как пробивать, да? Хотя зачем эту курицу пробивать? О-оу. Тут война с курицами началась! Ты кто такой? Походу, ребят, я какую-то сигнализацию, походу, дело прожал. Че они все ополчились-то на меня? Не попал. Что ты будешь делать-то? Так, курана. Готовщинка. Птеродактили меня доканывают, да? По-моему, они с мощного выстрела все равно умирают. На-на-на-на-на! Да что ж ты будешь делать-то, а? Первый готов. Воу-воу-воу-воу-воу, сколько с него кремния-то насыпало, смотри. Экшон. Ну, давай. А? Давай. Нормально раскрылось. Все, ведь победил. Куриц не надо было бить, мне кажется. Куриц не обязательно было уничтожать. А, ну-ка наверх. Так. Здесь вроде пока все. Пошли тогда портал активируем. Посмотрим, что там. Можно будет туда наверх забираться. О, скрижаль, кстати. Петроглиф очередной. Не понял. Что, боевые курицы? Петушара боевой! Что такой дерзкий? Ни хрена себе, он рвется! Этот портал немножко боевой какой-то попался. Смотри, он самонит на меня, говнюков. Это нестабильный портал, я его стабилизирую сначала. Красная.
Воу-воу-воу, тихо. Хрена себе нарвануло. Она с такого радиуса жахнула. Что происходит? Почему этот чувак двуголовый бежит мимо? Куда ты? Вернись. Ни хрена себе! Так, портал еще не стабилизировался. А, все стабилизировался. Все, стабилизировался портал. Фух, нифига себе приключение. Идем дальше. Нифига себе курица. Это обычная, да? Опа, дыня. Что это? Отвратное дерево. Некогда роскошное зеленое дерево, которое сейчас пухнет и чахнет от болезни. Что-то еще интересное есть. Так, куда мне идти? Мне вот 77 метров осталось. Ой, это что такое? О, янтарь. Огромные куски ископаемого добра растворяются в кислоте. А ты кто? Старый добрый орех. Это огромный орех, блокирует отверстие. Под ним, кажется, мы его не расколем. Может, нам удастся его подвинуть? Отверстие под ним. Так, а здесь у нас что-то интересное, да? Здесь металл есть. Ладно, пока оставим. Может, кто-то подскажет в чате, как это пройти. Сваливаем из этой комнаты. Ой-ой-ой, что это такое? Опять секрет поблизости. Ну ладно, секрет. Ух ты. Но это явно не секрет. Ты кто? Это явно не секрет, это просто какая-то штучка. Секреты здесь как-то они более крутые, да? Хотя смотри, а если я вот так пойду? Ух ты. Я что-то вижу. Ай-яй-яй-яй, падаю. Так, идем дальше. И какой великий смысл было вот так делать? А может быть, не надо эти деревни как деревья как-то вылечить? Ты кто такой? Королевский водомер. Всем-всем-всем, встречайте его, королевское высочество Бенедикт Каказат VIII. А вот ты что такое? Зацепный рельс. Намагниченные лозы, по ним можно перемещаться, если имеешь для этого нужное приспособление. Походу, это и есть тот самый секрет, который я сейчас не могу... использовать, видите, здесь надо подлететь туда и как-то вот этими лозами, видать, пользоваться. Куда-то тебя оттаранит ею. Ладно. Опять секрет поблизости, да что ж такое? Кто орёт? Опять Каказат? Давай по курице стрельнем по этой. Хорош, лопнуло просто. А этот поплыл. Какой-то их ктулху, смотри, нарисован. В общем, мне нужны улучшенные ранцы, чтобы лучше прыгать, я понял. Так, курма. Ном! Ном-ном-ном, как вкусно! Хорош пищать, что здесь секреты, я понял уже. Тут вообще везде секреты, одни только секреты, все в секретах измазано.
Все, я понял. Здесь секреты. Очень секретная локация. Вся в секретах. Так, это я оттуда, да, пришел. Вот оттуда я пришел, а вот в ту пещеру я еще не ходил. Погоди, там же где-то зацеп был. Вот он. А как он ту штуку собрать? Приколись. Туда можно залезть? Ух ты, смог. Ой. Здесь какой-то замес опять. Этот куда идет? Вон он. Тихо. Где? Опа. Попало? Что такое быстрое это? Какая-то убыстренная версия. Хорош. Поймал. Так, хорошо, это просто инопланетный металл. Что дальше? А дальше меня опять вперед тащит куда-то. И я, получается, вернулся к тому месту, откуда я начал? Не надо было торопиться. Вот в этой пещерке я не был. Кстати, в этой пещерке что-то должно быть, судя по всему. О боже, что это? Зараженная пухлоптица. Злая зараженная все равно любит тебя. Похоже, что ее слабое место это небольшой помпончик на голове. Кладбище пухлоптиц. О, супер, жуткое надгробие пришельцев. Это не то, чтобы плохая примета. Или еще что-то. Но мне сюда надо. Судя по всему, да? О, господи, как они взрывают ставки. Куда мне туда? Ух ты. Мне куда-то за стенку надо. Витя, беги. Воу. Они там респавнятся постоянно. Валим отсюда. О, вон, наверх мне. Так, здесь меня кто-то засек. Так, куда-то туда. Куда мне? Еще выше. Воу. Люминий. Опа-на, тихо, погоди. Тут можно взорвать. А это еще одно кладбище пухлоптиц. Да. Опять зараженки. Так, ну надо взрывать дверь.
Сейчас. Тут лут есть. Боже мой, как весело, а? Загазованное чрево. Ага. Здесь опять эта штука. Помните, я вначале такую встречал? Мне сюда рано. Очевидно, что мне сюда просто рано. Мама. А я, извините, куда должен идти-то? Господи, зомбари со всех сторон окружают. Какой экшен. А-а-а, беги. Ох, я куда-то выбежал, я вижу глаз. Куда я выбежал вообще? Куда я бежал? Я что-то все потерял. Мне куда-то в одну сторону нужно было. Я куда-то выскочил в другую. Какая жесть. Мне кажется, все-таки я потерялся немножко в дороге. Сейчас я попробую вернуться. Так, да, вот куда-то сюда. Опа. Вот туда мне наверх надо. Да елки-палки. Стоять, яйцо. Валим! Упс, хорош. Лут. Вижу лут. Меня не остановить, ведь я лутаю по полной. Здесь секрет где-то есть еще. О, вон там, наверное, секрет. В водопаде. Как туда попасть? Это секрет считается, интересно, или нет? Блин, какой экшен, а, бесконечный. Я обожаю эту игру. О, привет, курочки. А вы не знаете, куда мне? Мне куда-то сюда? А вот я вижу, куда-то наверх. Бум-гранаты можно взять. Наверху светится. И еще яичко. Сколько яиц сожрал уже? Новые уровни так и прут, а? Ты посмотри. Еще выше. Вижу грибочки. Засыпная ракушка. Я куда-то наверх лезу, я так правильно понимаю? Его понастроили, а? Опа. Зацеперы. Так. Нифига, правда, не видно. Вон там какая-то ниша. Let's go. Что это такое? Осматический куб. Первобытный шарообразный монстр поедает любые блестящие предметы, до которых доберется. Прошу заметить, шарообразный монстр.
Мне страшно, если честно. Он любит светящиеся предметы. Происходит. Мне страшно, если честно, с ним сражаться, а вдруг он меня уничтожит. А ему пофиг. Он куб. Он куб, ему все пофиг. Ну, надо добраться куда-то наверх, да, мы шли. Так, здесь свои зацепы надо создавать, судя по всему. Куда-то сюда. Там есть что-то. Ой. Очень темно. Здесь, по-моему, просто стенка. Так, давай, создаем свои зацепики. Могу дотянуться? Отлично, смог. Пропавший картограф. Получен сигнал бедствия. Боже мой, сколько здесь всего, а, в этой игре? Вы это видите? О, прикольная ниша. Сколько всего в этой игре? Древний гриб Синьеда 7. Куда я пришел? О, я и нашел портал. Это хорошо. Портал — это всегда хорошо. Что тут можно поисследовать? Все то же самое, да? Куда я выбрался? Куда я шел-то вообще? 70 метров туда, вот смотри. Еще выше, кстати, надо забраться. А, кстати, оранжевая уже ниже. Нормально, я слишком высоко забрался. Что это за соты? Улей, держись подальше, если не хочешь, чтобы тебе надрали зад. Щит улья, кажется, оно поглощает весь урон. Очень умно, инопланетные пчелки, очень умно. Ох уж эти инопланетные пчелки. Ух, какой бабок, какое дерево прикольное. Надо добраться вот до этого, там, где 81 осталось, да? Куда взлететь-то можно? Надо как-то вокруг идти. Жесть какая. Ладно, пойдем активируем портал, наверное, и попробуем все-таки вокруг как-то туда дойти. Где тут секрет может быть? Где-нибудь там, наверху. Портальчик. Нормальный портал, сразу заработал. Ну, видимо, нам сюда. Похоже, тут неподалеку есть еще одно святилище. Я к нему и шел. Так-то. Оп, тихо, погоди. Тут есть лут. Дайте мне до меня добраться. Опа. Правда, углерод не особо-то и нужен. Хотя, может быть, он пока не особо нужен. Владение дикого зверя. Это он, да? Слушай, это тот, который кувыркается, только у него теперь две лапы на заднице. Я так понимаю, это мега-босс сейчас будет, да? А он замес и пошел, да? Ну, давай. Типа умный, что ли? Ух ты! О-о-о-о! Тихо, телепортируется, говнюк! Как ему стрелять-то по лапам по этим? Ага. После телепортала он слабеет. Ну, в смысле, нужно дождаться, пока он телепортируется, убежать.
Что такое страшное-то? Так нельзя. Давай. Ну давай. Ну. Готовченко. Что такое? Что-то происходит. Еще один. Еще два. И не понял. А почему ты не подставил мне свои лапки? Блин, меня сейчас загонят. Сейчас будет больно, да? Ну, давайте. Не попал. О, чесаться сел. Ну где атака-то? Хорош. Так. Ну, в принципе, они, по-моему, даже полегче, чем те. Они всего лишь могут блинкаться и все. О. Хорош. And the last one. Ой-ой-ой. Это было страшно. Не попал. Ага. Так, давай пока полутаемся. Он такой задумчивый чел. Давай, давай. Я вот подумал, может, на них смотреть не надо. Все. Круто. Теперь иди отремонтируй мои вещи. Что за твои вещи? Ну так, ну нам явно вот в это святилище надо попасть, да, или что? 6 метров здесь. О! Ха-ха, вставай давай! Изучи точку интерфейса. О, там яйцо, кстати, на крыше есть. Я вижу яйцо на крыше. Ну давай зайдем сюда. Где моя бум-граната? А там тоже что-то есть? Здесь просто яичко. Я так и понял сразу, здесь тупичок будет. 4 уже, прикинь, надо яйца съесть, чтобы апнуться. Нам дальше. Ух ты. Так. Это все? То есть я сюда забрался, чтобы сразиться с этими двумя монстрами и немножко полутаться? А где прогресс-то по... Что за фигня? Куда мне теперь идти? Еще и секрет поблизости. Охренеть. Ух ты. Что за платформа? No. Это камень будто создан для того, чтобы по нему как следует топнуть. Так, буду держать тебя в курсе. В общем, я пока не могу это пробить. Какая-то мега-решетка, по которой нужно сильно топнуть. Тогда она пробьется. Зашибись. Это какое? Это где вообще?
Это куда-то туда. Но недалеко, кстати. Так, что еще у нас есть? Все выше и выше. На дизельке образец, пусковые ускорители. Это у нас... Куда-то туда. А, и вниз. Туда и вниз. Ну уж лучше святилище сначала исследовать, да? Что еще есть? А, в башню я не могу попасть. Вот топ-табустер, смотри. Вот что мне нужно, чтобы пробить ту решетку. Топ-табустер. Чтобы топтать на лицах. По лицам топтаться, чтобы. Ох, что-то какая-то игра классная, невозможно остановиться, ребят. Вот оно, это святилище, да? Которое мне нужно исследовать, в котором я что-то интересное получу. Что это за мотылек был страшный? Вот оно. Разрушенный алтарь Юндань какой-то. Во, улучшенная протонная нить, ребят. There are still more pieces to collect. Use your scanner. You know you want to. Do it. Do it now. Or I'll say this again using exactly the same words and exactly the same tone of voice. Я не могу взаимодействовать почему-то. Но он говорил, что используй свой сканер. Что-то там, что-то там. Ух ты, посмотри, что творится-то в этой игре. Летунчик. А, на бегу я не могу, да? О, это, кстати, мега вожак. Да хорош. Опс. Меня засекли. Ого! Ох, мама! Какая жесть, а не заливная рыба, а? Что-то есть. Ага, это та штука, которую я должен был найти. Мне нужны вот эти образцы, чтобы каким-то крутым стать. У меня здоровья совсем мало. Но остальные в другую сторону. А это кто? Кремниевая жила. О, кремниевая жила. Хорош, хорош, хорош. Я люблю кремниевые жилы. Залезай. А можно полечиться где-нибудь? Что, бесконечная игра. Я не могу остановиться. Да я и не хочу останавливаться, если честно. Жила, ты где? Здесь еще одна. Че, алюминиевая рядом была. Полечиться бы. Давай так, ладно. Все, бросаем это все. Идем в дротик, возвращаемся. И так дофига прошли. А, ресурсы доставлены. Йо, нифига себе, сколько я ресурсов принес, ты посмотри. Офигеть. Давай сразу скрафтим то, что надо. Что я могу? Продвинутый пояс могу сделать. Здесь я не могу ничего сделать. Я еще не нашел ингредиент. Я сейчас в поисках ингредиента нужного. Вот это вот, улучшенный протонить. Теперь ты сможешь цепляться за рельсы и скользить по ним. Вот, о чем я и говорил. Рельсы нужны, можно будет использовать. Я могу пока улучшить себе пояс. Что есть тоже прикольно, я смогу по 5 предметов носить, а не по 3, как сейчас. Нужно будет реже перезаряжаться.
Супер! У меня постоянно рисуется, что у меня где-то враг рядом. Но это какой-то забаг-пробаг получился. Что ж, давайте пока на этом остановимся. Я, по сути-то, никуда не продвинулся за эту серию. Но черт побери, сколько всего интересного я посетил. И я очень близок к улучшению то ли протонной нити, то ли ранца прыгательного. Посмотрим, что из этого получится. Вот, пока, ребят, спасибо за внимание, спасибо за ваши лайки, спасибо, что смотрите. До встречи, пока-пока.